Современная техника обходится аграрием в копеечку. Свободных средств, как правило, нет, а банковский кредит может съесть всю субсидию на покупку. Но путь к новому трактору или комбайну не так уж и тернист. Взять полевого помощника в рассрочку без аванса и залога позволяет лизинг. Самарский завод «Евротехника» с самого основания предоставляет по этой услуге прицепную технику марки «Амазоне». Сеялки для точного сева, опрыскиватели, спрос на сложные машины только растет. В этом году поставки по федеральной системе лизинга выросли в 2,5 раза к уровню прошлого года. Во многом благодаря новым форматам в работе государственного оператора. «Росагролизинг для нас становится единым окном, через которого мы оформляем все наши поставки. То есть единые стандартные требования поставки. Тебе не нужно с каждым клиентом согласовывать индивидуальные условия. Государственные лизинговые компании мы встречаем первый раз и не встречали с банками. Это чтобы как в автомобильной индустрии у дилера будет находиться офис, который на месте может от имени лизинговой компании получить от него весь пакет документов, оформить с ним все основные договора». Лизинг позволил сделать более доступной для аграриев и технику завода «Пегас Агро». Универсальные самоходные опрыскиватели-разбрасыватели ежегодно улучшают свой конструктив, растет надежность и интеллектуальность систем. География продаж знаменитых «Туманов» расширяется, в том числе из-за понятной и удобной лизинговой системы. В этом году мы вывели на рынок новую машину. У нее была мировая премьера на Ганноверской выставке. Это самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «Туман-3». И вот здесь как бы сработал абсолютно, как бы сказать, вот четко наша совместная команда с «Росагролизингом», потому что уже в середине декабря эта новая машина сможет быть приобретена по программам «Росагролизинга». Механизм лизинга должен дать долгосрочный эффект модернизации отечественного АПК. Для ускорения процесса обновления технопарка как холдингов, так и мелких фермеров «Росагролизинг» создал несколько программ. Аванс 0%, удорожание от 3% и срок лизинга до 7 лет. Также у нас есть отдельная программа «Аккор». Это специальная программа для членов фермерской ассоциации «Аккор», которая дает возможность отсрочки первоначального платежа. В этом году самарские аграрии закупили сельхозтехники почти на 4 миллиарда рублей. Пятая часть пришла на лизинговые услуги. Хозяйства ощутили преимущество. Лизинг снижает налоги и повышает энергообеспеченность. Кто уже не выбирает, что это большой агрохолдинг или это небольшой фермер, этот трактор на таких же условиях покупается. И вот это как раз, наверное, и приводит к тому, что идет повышение именно вот этой, так сказать, количества этой приобретаемой техники именно по системе лизинга вообще. Приобрести на условиях льготной рассрочки можно не только полевых помощников. Лизинг активно завоевывает отрасль животноводства. Например, компания Hoodland Trade предлагает с помощью такого инструмента укомплектовать хозяйство региона высокопродуктивным молочным поголовьем, дающим молоко с повышенной энергетической ценностью, что очень важно с точки зрения быстрой окупаемости проектов. Поставку буренок самой современной североевропейской генетики – уникальный шанс повысить рентабельность хозяйства и создать экспортный потенциал по поставкам сыра и масла. А лизинг как раз даст под это финансовую систему. Как раз для того, чтобы фермер мог найти финансовые ресурсы, причем финансовые ресурсы недорогие, которые способны окупить удорожание, как раз для этого лизинг является чрезвычайно эффективным и удобным инструментом. И здесь как раз, я думаю, что у нас сегодня родилась отличная идея в отношении «Аккора», для того, чтобы наше сотрудничество с «Росагролизингом» и в отношении Самарской области в том числе, оно вышло на новый этап. Кроме того, сейчас разработан сезонный график платежей, чтобы аграрий мог оплатить постфактум, когда техника уже принесет первые выгоды. Сергей Павлов, Сергей Костин, Новости губернии.